Привет всем. Еще раз знакомство с этим уникальным автомобилем продолжается. Ишкомби 21251 с пробегом 3200 километров. Последние 30 лет не выезжал, стоял в гараже. О нем, если честно, даже забыли. Гараж был заварен за неуплату. И когда оплатили все долги, срезали болгаркой навар, сварки с петель, открыли и увидели вот это чудо. Машина реально практически новая. Не прошла даже еще обкатку. Забрал я ее только вчера. Еще ничего с ней не делал, кроме того, как привез на эвакуаторе сюда. Вскрывать пришлось автомобиль варварским способом. Делал это не я, предыдущий собственник, так как ключей у автомобиля нет. Состояние видите сами. Ничего еще не мылось, ничего не делалось. Просто обалденное состояние автомобиля. Все оригинальное, все аутентичное. Все, естественно, все стекла. Видите, по старой советской традиции дворники были сняты. Либо их не было вообще, не знаю, может быть, она только ездила летом в недождливую погоду. Небольшие пятнышки в салоне. Все новое абсолютно. Вот лежит личинка, которую варварским способом предыдущий хозяин изуродовал. Состояние вот такое. Все как у нового автомобиля. Кривой ключ лежит. Багажник тоже, наверное, в свое время был куплен за сумасшедшие деньги, либо за него была отстроена сумасшедшая очередь. Тоже новый. Ничего на нем не возилось. Хром, все в идеальном состоянии. Ну, как-то так. Будем заводить. Сейчас открою еще капот, покажу вам, что там живет под капотом. Такая штучка у нас. Оп, волшебный щелчок. О, пыль. Все новое. Аккумулятор, естественно, сел. Все, радиатор. Штамп отдела товарного контроля. Табличка, которая нам гласит, что это ИШ. Двигатель такой-то. 21251010 вариант. 1450 килограмм. ВИН номер. А сами смотрите. Здесь все новое, все оригинальное. Ничего здесь не снималось. Все трамблеры, провода, свечи. Все родное. Как-то так. На этом пока закончу. О, как я хлопнул громко. Ждите продолжения. Будем заводить, ставить на ход. Всем удачи. Машина первый раз пробует российский.
Thank you.